Юридический адрес есть, фактической организации нет. Поиски должников для службы судебных приставов – дело обычное. Налоговая задолженность перед государством – обязанность юридических лиц, но на территории округа есть и злостные нарушители. Под особым контролем фирмы с сомнительной репутацией. Именно они чаще всего не платят налоги. Взыскать с них долги сложно, даже несмотря на то, что если у юридического лица нет имущества и денежных средств, его руководителю может грозить уголовная ответственность. В этот раз рейд прошел на территории Барвихинского поселения. Накладывать арест на имущество приходится не всегда. Во время таких рейдов зачастую выясняют, что долг погашен. Но для подтверждения предпринимателям необходимо явиться как в налоговую службу, так и к приставам лично. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».